Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей тель-авивской студии замечательный гость, адвокат Моше Фридман. Моше, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Моше, израильские СМИ сообщили, что министр юстиции Айлет Шакет попросила президента Рувена Ривлина, как пишут, взвесить возможность положительно ответить на просьбу Иуда Ольмерта о помиловании. Пикантность этой истории заключается в том, что в Министерстве юстиции специалисты, как принято говорить, специалисты Министерства юстиции вынесли обратный вердикт. Они считают, что его нельзя освобождать досрочно. Как вы считаете, министр юстиции пошла против закона или она знает, что она делает? Я убедился за последний год, что это молодая девушка, женщина молодая, которая не имеет юридического образования. Совершенно верно, да. Да. Потрясает меня каждый раз всем тем, что она делает. И делает это красиво, умно, профессионально. Я могу только сказать одно, честь и хвала. Определенный отдел в Министерстве юстиции, который мы, адвокаты, все знаем, этот отдел, который занимается обработкой всех просьб о помиловании, которые мы, адвокаты, подаем в Министерство юстиции, в этот специальный отдел, знаем заранее, что произойдет. Она сделала красивую вещь. Она, министр юстиции, в соответствии с законом, должна рекомендовать президенту, да, помиловать или не помиловать. Она решила, да, помиловать. Но надо забежать вперед немножко и сказать, кто такой наш бывший глава правительства, господин Ольмерт. Ольмерт – это часть элиты иерусалимского общества. За последние 35 лет в Иерусалиме он просто взлетел. Поднялся, да. Да, от обыкновенного члена парламента, от Ликуда. Ну, был он мэром Иерусалима все-таки. Да, но до мэра Иерусалима он был членом Кнессета, депутат, поднялся наверх, уже дошел до главы какой-то комиссии и потом решил оставить свою депутатскую деятельность и стал главой города Иерусалима. И тем самым произвел действительно большой фурор и управлял красиво этим городом. Дойти до главы правительства, потом он оставил этот пост, он перешел быть главой правительства, перешел быть в Кнессет и возглавил самую большую партию, стал главой правительства. Надо сказать, что он многое сделал для безопасности страны, как глава правительства. В этом нет сомнений, в этом нет даже споров. Но критики как раз упрекают его в том, что война, Вторая Ливанская война, это безобразная его акция, и мы понесли тяжелые колоссальные потери. Что бы вы ответили вот этим критикам? Вот вы человек, израильтянин до мозга и костей. Прошу прощения. Это не трюк бывшего следователя. Да. Он многое сделал для Израиля. И я не согласен с теми, которые говорят, что это не так. Он многое сделал. Я никогда не забуду его выступление в Конгрессе Соединенных Штатов, когда он выступал и показывал, что он собирается делать. Его принимали красиво. Он умный парень. Но где-то Ольмерт допустил ошибку. И мне очень больно видеть, какую он ошибку допустил. Ведь смотрите, Тель-Авивский суд признал его виновным в получении 2 миллионов шекелей взятки. Верховный суд Израиля оправдал его. Да. Верховный суд это не каждый день оправдывает. Оправдал его, без всякого сомнения, что он невиновен. И осталось вот это вот 60 тысяч шекелей, которые да, получил, не получил, да, перечислили, не перечислили. Трудно что-то говорить, но факт остается фактом. Верховный суд оставил эту часть,
И он пошел сидеть без никаких разговоров. Он получил уже два срока. Он получил 18 месяцев и 8 месяцев. Да, и за второе дело. Да, за дело Таланский. Там, где он допустил уже юридическую ошибку. Ведь он был оправдан в Иерусалимском окружном суде, все, что касается Таланского. Так окей, оставь это. Нет, он выбежал и тут же корреспондентам начал говорить. Не было конвертов, были конверты. Что ты лезешь? Тебя суд оправдал. Угу. Гендых, все. Теперь продолжай свою жизнь. Но я понимаю теперь еще одну вещь. Ульмерт, это не новое лицо для нашего президента Ривлина. Оба иерусалимцы, оба члены одной партии. Оба работали десятки были, лет. Были члены были, одной да, партии. Да, конечно. Оба работали десятки лет вместе. Нет, 8 лет. Угу. Десятки лет работали вместе. Так вот как раз этот фактор будет мешать Ривлину или нет? Или наоборот? Я думаю, что ему это не помешает. Он умный человек, очень умный, который знает четко, каковы его полномочия. И я, как человек, который прожил в Израиле 44 года уже, 73 и 17, да, 44 года, хочу вам сказать, что будет помилование. И помилование еще будет не потому, что в июле месяце господин Ольмерт должен пойти после 2/3 пребывания. Он получит эту 1/3. Он прекрасно себя вел в тюрьме. Почему? Были у него замечания? Да, были замечания. Был как-то лишен отпуска. Да, все правильно. Это говорит о чем? Что наше управление тюрьмами, для них нет кто-то, кто стоял бы выше, чем устав. А вы знаете, интересная ведь история с лишением его отпуска. Да. По большому счету его наказали за то, что он заступился за другого заключенного, да. С которым да. не подобающим образом, как ему казалось, обращались тюремщики. Он что, первый раз это видит? Мы что, не знаем? Мы адвокаты, мы не знаем, как обращаются некоторые тюремщики? Некоторые. Угу. Бывает такое. Я был очень удивлен, видимо, это то, что называется на иврите «Нефиш ад майм», «Майм ад нефиш». Дошли до уже высокого, Ульмерт, это человек, который умеет держать себя. И то, что он выступил, говорит о том, что это уже превысило всего. Так мне кажется. Да-да. Пожалуйста. Мы же, я вот хотел спросить вас, опять же, обращаясь к вам, как к человеку опытному, прошедшему серьезную жизненную школу в Израиле. Вот если бы меня спросили, стоит отпускать Ольмерта или нет, помиловать Ольмерта или нет, я бы с вами согласился категорически да, потому что те, кто говорит, что Вторая Ливанская война или еще что-то, ведь когда началась Вторая Ливанская война, он был премьер-министром всего несколько месяцев, начнем с этого, то есть армия готовилась до него, это первое. Второе, после того, как он решился на ответный удар Хизбалле, сколько лет прошло уже, 10 лет? Да. Тихо. Тихо. Тихо практически. Ничего там нет. Если мы говорим о вкладе Ольмерта, стоит вспомнить сирийский атомный реактор, который он разбомбил. Ольмерт это сделал. Так есть вклад или нет? 60 тысяч и сирийский ядерный реактор. Может быть, я не прав, может быть, все-таки надо жестко по букве закона идти. 60 тысяч он не имел права этого делать. Mm-hmm. Он не имел права. Но так решил Верховный суд, и мы привыкли уважать решение Верховного суда. Дальше уже некуда идти. И дальше уже есть президент, который имеет право помиловать. Угу. Не было просьбы о помиловании в самом начале, когда он начал, в середине. Теперь осталось несколько месяцев. Угу. Так или он его помилует, и тем самым многое прояснится, и он покажет, какой он президент и так далее. Не будем сейчас распределять по полочкам, что он будет делать. Или он даст ему выйти в июле месяце по стандартам управления тюрьмом, как человеку, который прошел 2/3. Все зависит от того, что решит этот президент. У меня такое чувство, что этот иерусалимец по имени Реувен Ривлин, наш президент, даст ему помилование.
Маша, спасибо за этот разговор. Могу лишь добавить, что если бы я был иерусалимцем, и если бы я был президентом, я бы помиловал, помимо прочего, еще за то, что в 2008 году именно господин Ольмерт распорядился выделить впервые, начиная с 1953 года, 250 миллионов шекелей для оказания помощи бывшим узникам гетто и концлагерей и нуждающимся пенсионерам. Да. Это сделал господин Ольмерт, а не кто-то другой. Поэтому, может быть, и для Рувена Ривлина это тоже будет определяющим фактором. Я согласен. Может, спасибо за этот разговор. Спасибо огромное. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Не попадайте в тюрьму. До свидания. Шалом.